что ты делаешь, а? Уходи, я тут готовлюсь к шоу. Но Филли... Медичи казнили людей за то, что те подсматривали их фокусы раньше времени. Уходи. Совершенно секретно, не входи. Дамы и господа, у моего внука приготовлен сюрприз для вас. Волшебный фокус. Это его собственное изобретение. Итак, волшебный фокус. Представляю Хилмана Превосходного. Спасибо. Дамы и господа, в моем первом фокусе я предлагаю вам следить за тем, как действуют тайны Востока. Фокус называется «Исчезающий помидор». Исчез. Сезам, возвращайся быстрей. Это мой приемник? Теперь исчезающий приемник. Сезам! Сезам, вернись быстро! Теперь финальный фокус. Исчезающий человек. Мне нужен ассистент. Барни Эпплгейт. Даже не подумаю. Иди, Дэви. Не хочу. Иди ко мне. Давай, Дэви, иди. Но, Хилли, мне страшно. Сделай и проси все. Все твои инструменты? Хорошо, лезь сюда. Барабашка нам поможет. Престо, Маджесто, исчезни. Вот так. Эй, я не кончил. Хватит, Хилли, верни брата и пошли, будем открывать подарки. Но он еще не вернулся. Хилли, слушай маму, верни своего брата и иди. Мы будем открывать твои подарки. Сезам, вернись. Сезам, вернись. Вернись, я тебе сказал. О, Господи. Прости. Бери все мои инструменты, все что угодно. Только вернись. В чем дело? Я не знаю. Верни его, слышишь? Господи, с кем он разговаривает? Я не знаю. Хилли, перестань дурачиться и верни Дэйви. Сейчас. Я пытаюсь. Хорошо, где он? Куда он ушел? Я не знаю, куда девались все вещи. Окей. Вернись, Дэви, вернись. Я уверена, что все разъяснится, Эф. Он, наверное, спит где-то в траве. И никто этого не видит. Он не мог уйти один. Никогда. Ой, ты же знаешь маленьких мальчиков, да? Прошел всего час, он объявится. Надо найти его до темноты. Надо. Хилли, как ты придумал свой фокус? Голоса. Они сказали мне, как и что делать. Какие голоса? Я не знаю. Спокойно, сынок.
Это все ты. Лучше бы ты никогда не дарил мне этого волшебного набора. Хилли, ты же так не думаешь. Нет, я думаю. Это он виноват, это он.